Здравствуйте, дорогие мои друзья, приятели и просто гости канала. Наверное, как больше всего людей догадались, что я просто волонтер. Волонтер – это не профессия. Волонтер – это образ жизни. Знаете, я честно вам скажу, как приятно помогать людям. Вот сегодня мы накормили 250 человек. То есть 250 порций было сделано. Плюс все остальные вещи, которые почти разобрали люди. Это так приятно. И могут выпить кофе или чай. Said I would think of the point for it, who's going to go first? And it was partially Доставка. Robotics. Все готово для завтрашнего дня, чтобы встретить людей и их накормить. И это даже еще не все. Будет очень много интересных вещей, вкусных. Работаем, чтобы накормить людей. И все это благотворительность. Мона тоже помогает в кухне. Такая сладкая женщина. Супер. Молодец. О, как вкусно выглядит. И все это благотворительность. Кто-то отделяет время свое, а кто-то продукты, кто-то работу. Вот так мы и живем. Сколько народу? Представляете, сколько народу здесь кушает? Берет с собой домой. Ну вот, Малфус понял народ. Ну что, очень много еды. Мы не закрываемся, так что люди еще придут. Работаем. А на улице дождик. Идет дождь. Пасмурно. Ну, здесь музыка. И очень тепло, как дома. Теплый прием, теплая еда. Чай, кофе. И замечательные люди, с которыми можно просто поздороваться, поговорить.